spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлены катушки из линейки Mega Force X, а точнее те из них, которые в основном предназначены для любителей мачевой ловли и легкого фидера. Производителем является популярная японская компания Daiwa. Всего в эту подсерию входят 4 модели, имеющие одинаковое передаточное число, равное 5,1 к 1, и весящие от 330 до 360 граммов. Давайте поближе их рассмотрим на примере варианта с индексом 2050. Катушка обладает современным дизайном и выполнена в серебристо-серых тонах. При создании корпуса и ротора применяется легкий и одновременно прочный материал. За один оборот ручки выматывается от 69 до 85 см леска. Чтобы ход катушки был более плавным, используются 4 подшипника. 3 из них шарикового типа и 1 роликовый. Кроме этого, отметим наличие в конструкции стопора обратного хода Infinity Anti-Reverse, для изготовления которого используются высококачественные детали из нержавеющей стали. Перфорированная металлическая шпуля ABS имеет форму обратного конуса, что помогает избегать образования нежелательных петель и борот. Для фиксации предусмотрена пластиковая клипса. Лесоемкость составляет от 130 метров лески диаметром 0,20 мм до 160 метров сечением 0,30 мм. С целью предотвращения перекручивания в Mega Force X используется ролик Twist Buster. В середине шпули расположена кнопка для ее быстрого снятия со штока катушки. Фрикционный тормоз у данной модели имеет заднее расположение, и при его грамотной настройке минимизируется риск обрыва снасти при борьбе даже с крупной рыбой. Более того, данная серия выделяется наличием дополнительной системы Fighting Drag, позволяющей регулировать усилия во время вываживания. Максимальные нагрузки, в зависимости от конкретного экземпляра, находятся в пределах от 2 до 4 кг. Как и у большинства катушек, в нижней части корпуса, позади ротора, располагается рычажок реверса, при переключении которого имеется возможность вращать ротор в обоих направлениях. Чтобы не сломать ручку во время транспортировки или хранения, ее можно сложить. Для этого ослабляется фиксирующий винт с противоположной стороны, и она прижимается к корпусу. Также имеется возможность из леворукого варианта быстро сделать праворуки. В комплекте Mega Force X идет дополнительная металлическая шпуля, которой можно воспользоваться для намотки лески другого диаметра или использовать в качестве запасной. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.